Native speaker. А где мне найти носителя языка? А как мне разговаривать с носителем языка? Это первый вопрос, который задает каждый студент, себе изучающий английский язык. Все правильно, ведь как разговаривать, преодолевать языковой барьер, если не пробовать? Думаешь, это дорого, трудно или очень сложно организовать? No! За счет хороших сайтов и приложений ты можешь это решить в два клика, бесплатно, ну или за 5 баксов. Кому как понравится больше. Но самое главное, ты можешь это делать в удобное тебе время, например, на работе, че нет. За счет этих приложений ты сможешь практиковать английский в переписке, разговаривать на английском с носителями языка, узнавать особенности культуры тех стран и регионов, которые тебе интересны, даже сможешь узнавать, насколько ты звучишь круто, и носители языка тебе подкорректируют произношение или определенные фразы. Поэтому давай рассмотрим это. Важно! Это сайты для изучения английского языка, а не сайты знакомств. Будьте внимательны. Первое приложение — это HelloTalk. Некая социальная сеть, в которой ты не просто общаешься, а у всех есть одна единая цель — это изучение иностранного языка. Ты выступаешь в ней как в роли эксперта, так и ученика. В настройках лучше сразу укажи, насколько часто ты хочешь получать уведомления, потому что приложение может запушить тебя разными уведомлениями, и лучше указать частоту и звук, с которым ты хочешь получать эти уведомления. Поехали по порядку. Первый этап – регистрация. Обязательно заполни ее полноценно. Что это значит? Добавь фотку, напиши, чем ты увлекаешься, какая твоя цель изучения иностранного языка, какой язык хорошо ты знаешь. Для чего это все нужно сделать качественно? Приложение тебя подберет наиболее подходящих собеседников под твои задачи. И ты уже выберешь из списка людей, которые понравились тебе больше всего. По полу, по стране, по их интересам и тому подобное. После этого ты отправляешься с ними в чат. И тут начинается самое интересное. В чате у тебя есть масса дополнительных функций, которые помогут тебе импрувить твой English с каждой перепиской. Что это значит? Написанный и полученный текст ты сможешь озвучить, Hi. Перевести, сохранить незнакомые тебе фразы и даже проверить, насколько ты правильно строишь предложение согласно грамматическим правилам. Это безумно удобно, улучшает не просто переписку, а дает возможность как-то проработать тот диалог, который сложился между тобой и собеседником. Следующая функция – это возможность отправления аудиофайлов и аудиоответов своему собеседнику. Она очень полезна тем, кто еще боится или не уверен, что может понимать устную речь на слух, но хочет разговаривать. Hi, how are you? What are you doing? HelloTalk, если ты что-то не понял, что сказал твой собеседник, есть возможность получить транскрипцию. HelloTalk, как Siri, не всегда правдоправильно, но пропишет тебе это предложение и сможешь его перевести уже на удобный тебе язык. Transcription. Voice message with corresponding text for language learning. И вишенка на торте – это когда ты уже готов разговаривать. После того, как у тебя завязался диалог с собеседником, вы уже поняли, что вы друг другу подходите, как изучающие люди английский, вы можете созвониться. Если вы покупаете премиальный аккаунт, вы можете даже это сделать с помощью видеоконференции и начать просто общаться на английском языке или удобном вам языке, который изучаете вы. Can you hear me now? Не стоит забывать, что это приложение – это взаимный обмен знаниями. Ваша задача – узнать как можно больше о языке, тот, который вы учите, и ждите вопросов в свою сторону о языке, на котором разговариваете вы. В нем есть сразу подобранные топ-фразы изучения английского. Есть даже такая возможность, как моменты. Это ты подгружаешь какой-то интересующий тебя вопрос или картинку и спрашиваешь специалиста в этом языке, что это значит. В общем, очень прикольное приложение для создания и поиска English Friend, которым ты будешь практиковать свой английский. HelloTalk – не единственное приложение в подобном роде. Альтернативные ему приложения это Speaky, HelloTom и Tandem. Каждая из них наполнена какими-то дополнительными функциями или каких-то функций нет. Вы можете скачать все и выбрать, какой интуитивно подходит больше вам. Но самый главный критерий, которым нужно подбирать приложение, это собеседники. Понимаете, просто не все смотрели это видео, и не каждый в курсе, что это не сайты знакомств. Следующее приложение, которое может стать приятным дополнением к первому, это приложение HiNative. Хочешь узнать, как живут люди за бугром? Какие особенности той страны или другой? Хочешь узнать, нормально ли ты разговариваешь? HiNative тебе в этом поможет. Приложение в виде ленты новостей, где ты тоже, кстати, можешь выступить специалистом, но только в том языке, который ты знаешь. И задать нужные тебе вопросы в английском языке, например. Но все это мелочи по сравнению с одной функцией, которая мне нравится больше всего. Это возможность загрузить свою аудиозапись и спросить специалистов, насколько круто ты звучишь. Как это работает? В приложении есть там 5-6 видов шаблонных вопросов, например, мое произношение звучит естественно, и дальше вы загружаете аудиофразу, где вы что-то говорите. Hi, how are you?
Мне приходит ответ, с учетом, что у меня не премиальный аккаунт, в течение 5 минут. И сразу какой-то специалист мне говорит, как лучше бы сказать эту фразу и насколько хорошо я разговариваю по критериям там нормально, не очень, отлично и над чем нужно поработать. Hi, how are you? Оценить могут не один человек, а сразу несколько носителей языка. Ну и масса дополнительных функций этого приложения, которые могут быть тоже полезны. Это узнать, куда стоит съездить в той или иной стране, о достопримечательности того или иного региона, о культуре и о разных традициях разных стран. Но я застрял в этом приложении еще по одной причине. Насколько круто слушать, как разговаривают другие. Например, жители Китая пытаются разговаривать на русском, или жители Индии. И ты такой специалист, с критериями пишешь, ну, так себе или не очень, и оцениваешь их знания русского, или слушай, как они разговаривают на английском. Где я должен расписаться? Есть возможность бесплатной версии и платной. Платная версия вам дает возможность прослушивать ответы на чужие вопросы, получать ответы быстрее на ваши вопросы, ну и ряд дополнительных плюшек. Гуру всех мобильных приложений, гуру всех сайтов по изучению иностранного языка, iTalki. Это сервис по подбору преподавателя с любой точки мира. Приложение и сайт для тех, кто взялся за изучение английского языка серьезно и хочет заниматься стабильно с носителем языка. Сами понимаете, такая роскошь не может быть бесплатной, но своих денег стоит. На этом сервисе все преподаватели делятся на два типа. Это профессиональные преподаватели и репетиторы сообщества. Профессиональные преподаватели имеют сертификат, подтвердили свою квалификацию, что они могут преподавать на любую точку мира. А репетиторы сообщества — это просто люди, которые знают хорошо иностранный язык. И у профессиональных преподавателей есть сертификат, который дает им возможность международного преподавания, и они подтверждают свою квалификацию. У репетиторов такого сертификата нет, ну и, соответственно, час общения с ними стоит дешевле. А если вы пришли просто за практикой, то зачем платить больше? Подбор преподавателя. Одно из больших преимуществ iTalki – это система фильтров. Вы можете сразу определить преподавателя, с какой стороны вы хотите, сколько готовы платить за час, какое время вам необходимо для изучения английского. И даже сразу можете поставить галочку, что хотите учить английский только с носителями языка. Кстати говоря, урок с некоторыми украинскими преподавателями на iTalki стоит дороже, чем с носителями языка. Не знаю, почему так. После того, как вы выставили необходимые фильтры, вы можете начинать искать своего любимчика. У вас есть возможность посмотреть видеовизитку с ним, прочитать описание об этом человеке и найти наиболее подходящего вам по духу и по харизме человека. Никакого кота в мешке. Средняя цена преподавателя на iTalki без спецэффектов – $10-12. Это минимальная цена в Киеве на стоимость часа общения с любым преподавателем. Тут есть тоже возможность еще сэкономить. Если вы выбрали преподавателя, который вам подходит, утвердили с ним цель вашего обучения, вам нравится, как он ведет, вы можете начинать с ним торги. А именно, покупать оптом уроки. Если вы покупаете от 5 уроков, у вас есть возможность получения скидки. Преподаватель сам определяет сумму этой скидки, и вы можете о чем-то договориться. После того, как вы нашли подходящего преподавателя, он вам подходит по цене, прямо в сервисе iTalki вы бронируете необходимое время. Там сразу указано, в какое время работает данный преподаватель, в какое у него оно свободное, и вы начинаете выбирать подходящее вам. Супер важная информация. После этого ваше общение продолжится в Skype. Вам нужно для этого установить Skype. И сделать это заранее, протестировать микрофон, узнать, как заходить в Skype, какой у вас логин, какой у вас пароль. И сделать это нужно обязательно до занятий, потому что если вы не явитесь на занятия, сумма, которую вы оплатили, не возвращается. Если случился какой-то форс-мажор и не явился преподаватель, сумма вам возвратится на ваш счет в iTalki. Именно поэтому этот сервис очень крутой. За счет того, что вы не только найдете профессионального преподавателя, но и можете быть спокойны, что ваши финансы будут в безопасности. Ссылка на все сайты будет в описании. Скачивай, подбирай подходящее тебе и welcome в мир разговорного английского. Супер важный момент, дико важный момент. Рубрика для котиков английский. Вы можете искать своего любимчика, своего котика английского языка, который будет вам мурлыкать на английском. Никакого кота в мешке, никакого. Программа News. Для практики английского используйте Tinder. Ну и самое крутое приложение. А нет, нос зачесался. Я не понял, я занят. Ты выбрал критерии по фильтрам. Во, слово что-то называется отфильтровать. Стоимость услуг. Ой, это не туда. Цена тичера без спецэффектов. Подаватель без спецэффектов. iTalki. iTalki. В этом приложении вчера ночью прям завис. Особенно не в курсе жители Турции и Египта. Нормально ли надо это переснять? На всякий случай.
это будет в ЧБ. Она только нажимается на play, я такой весь артистичный без нее, я такой весь классный, а в итоге это боль моя. Интересный факт.